Всем здорово, ребята. Ну что, у нас сегодня очередной мини-обзорчик на героя. Решил я собрать вот такого вот фобу, поржать. 10-10, 9-9, еще и отражалка. Максимальная отражалка, плюс еще у нас на нем дрога стоит, то есть максимум отражения. Почему сейчас расскажу и расскажу героя, какие все-таки ему нормально таланты ставят. Ну, смотрите, тащит, живет пока. В общем, обалденный герой для PvP локации, он блокирует, кидает блучку, понижает отхилы, насколько я помню. Он, как видите, еще живет неплохо. Там настолько ворожей, правда, бьет. Так, ладно, поржали и хватит. В общем, что может герой? Наносит 620% атаки, снимает энергию, то есть набор энергии уменьшает, снимает бафы, также накидывает молчанку и отражает 50%. Тьфу, ты заговорился насчет этого, насчет отхила. В общем, обалденный герой, в принципе, как бы для PvP локаций. Как видите, даже нули проходят. Вот вам, вот вы говорите, не топовая сборка. Не, Франка не было, сейчас поищем Франка. Специально поищем Франка, чтобы Франк слился. Кстати, довольно-таки неплохо держится против землеройки. Землеройка себя убивает против такой сборки. Сейчас попробуем найти что-то интересное. Тут все, везде, везде зефиры бегают. Вот землеройка есть, отлично. Он тоже, видите, фоба. Поехали. Максимальная отражалка, и как видите, просто землеройка просто уходит в никуда. Плюс нас еще дополнительно тоже фоба атакует. Ну, конечно же, такая сборка, она не максимальная, не, она бессмысленна. У него и так 50% отражалки, мы ему сделали ее еще больше. Что по герою? Герой должен быть сделан на деф, то есть не смотрите на то, что вы ему поставите СО и плюс отражалки, герой с 30-м прорывом на максималке все равно будет пробивать нормально. Так вы добавите ему жизни. Варианты есть разные. Сейчас что там у меня с ворожаем, что-то он его не хилит, что за дела, это стрёмный ворожай. А, вот, вот вам, смотрите, смотрите, это вот фоба был, я думаю, что за фигня, что с ворожаем он не это, не хилит, там нас фоба блокировал. В общем, вот так вот, то есть вы увидели его на атаке и в дефе, что он творит. Какие варианты? Ну, я у себя прокачал ради 55%, ребят, он у меня стоит на дефе, он накидывает молчание, режет набор энергии, плюс еще и отражает. Оптимальный вариант — ставить ему СО. Вальс клинков вы ему можете поставить, если у вас будет 6-7 уклонений, особенно последние уклонения, оно одно лучше, как этих 6. То есть такой вариант вполне-вполне очень даже ничего. Единственное, что отражалка в данном случае работать не всегда будет, но с вальсом он будет у вас универсальным. Это если есть уклонение. Нет уклонения, ставите СО, можете поставить также ему оживу, в принципе, как вариант. Тоже довольно-таки неплохо, но единственное, он же вроде тоже, по-моему, блокируется. У него нету иммунитета. Стан и страх, к молчанию нету иммунитета. Вот так вот, то есть он тоже блокируется, вы видели это. Что еще по талантам можно? Можно поставить как вариант бас. Ну, это такое, на урон бы я не советовал, потому что он все-таки будет сливаться. Он автопрокер, тем более. Я его ставлю в дефе с водушкой. Такая вот сборка мне вполне хватает. Ну, в реальности лучше, если вы хотите универсальности, ставьте ему священный огонь. По эмблемам на PvP локации Римка, на фарм локации, на деф, воодушка. То есть все очень просто по снаряге. Ну, здесь у меня собрано просто на этот по трешечку. В реальности самое оптимальное — это ритуал ему ставить для увеличения жизни. Плюс он дальник еще будет немножко отхиливаться. Еще какие варианты есть? На урон бессмысленно. Можно как вариант доспех поставить. Передача, вы только что сами все увидели. То есть все.
По питомцам, ну, лучше всего на отхил что-то ставить. То есть такая сборка, это чисто так, я же говорю, поржать. То есть она, по сути, как бы интересная, вроде бы дофига у нас отражалки, но оно, по сути, ничего не дает. То есть он как сливался, так и будет сливаться. Единственное, что зефир будет пробивать через отражалку меньше. То есть режется именно урон от зефира, то есть он его не так сильно сливает, как видите. Еще и плюс миссы у нас проходят, ну, конечно же. Все зависит от точности у героя противника. Вот. В принципе, все. Чарите его на уклонение полностью, то есть полностью делаете уклон по возможности, нет возможности, делаете хп, чтобы дольше жил. Есть другие варианты, там куча сборок, ставить стойкость можно, дар жизни можно ставить для увеличения хп. Как вариант, в принципе, тоже да, но все равно по нему будут попадать, и он будет все равно сливаться, чтобы вы ему не поставили универсальной боли, это будет и сопли, и огненка, он будет хоть от фрея немножко больше и лучше стоять, то есть там будет срабатывать и деф, и срабатывать отражалка. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.